матери, да? Да. Изъятие предмет документов, имеющих значение для расследования настоящего уголовного дела, а также предметов и веществ, изъятых свободного оборота на территории России. Находить предметы документы, относящиеся к преступной деятельности, в том числе электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, а также иные предметы, запрещенные в гражданском оборудовании.